Смотрю, вы отлично справились с комментами и просмотрами. Тогда усложним задачу. Следующая часть дичи под наркозом выйдет, если под этим видео будет 2000 комментариев и 150 тысяч просмотров. Дерзайте! Это Иисус! Мама, это Иисус! Посмотри, это Иисус! Не снимай меня! Там Иисус! Так. Расскажи еще раз, что ты хочешь, Хана? Бургер! И он тебя порадует? Я хочу бургер очень сильно! Расскажи, насколько сильно ты хочешь бургер? Да купим мы тебе бургер. И картошку. Ты получишь свою картошку, не переживай. И доктор Пеппер тоже получишь. Тебе нравится кресло? Да. Лучше, чем у тебя дома. У меня дома есть кресло? Да. У меня есть свое личное кресло? Не может быть. Мама и папа тебе подарили. У меня есть мама. Господи. А знаешь, кто я? Да. Ну и кто же? Я твой отец. Правда? Господи. Дай себя обниму. А еще у тебя две сестры. Да ладно? Да. Господи Иисусе, а где они? Ну, они на работе. Им надо работать. Я не могу поверить, что у меня есть сестры. А еще у тебя есть пес. Господи! Он очень клевый. Здоровый такой. Господи, я обожаю здоровых собак. Помнишь, как его зовут? Нет, как его зовут? Его зовут Бэйн. Господи, это же как в Бэтмене! Боже, ёжик! Мой бог! Господи, моя жизнь прекрасна! Ты знаешь Джастина Бибера? Да. О, господи! Он такой милашный! Я куплю себе много журналов «Все звезды» и заклею все стены его плакатами. Ну, вообще-то у меня свидание с Джастином. Не-не-не, он мой. Я и Джастин. Ну, я просто с ним потусуюсь немного. Он бросит свою Хейли, и когда он придет, я обещаю, что сделаю ему предложение. Сделаешь предложение? И я принесу очень милое колечко. Может быть, пусть лучше он сделает тебе предложение? Не. Скала ждет меня в машине, и мы поедем завтракать. Кто? Скала, тот самый. Дуэйн? Ага. Нет. Я хочу с ним на свидание. Он в моей машине. Нет, Дуэйн мой! Ладно, ладно, я его брошу. Хорошо. Ты не должна с ним встречаться. Ладно, для тебя я его брошу. Хорошо. Подарю тебе машину на день рождения. Какую? Да какую хочешь. Я хочу Феррари. Я хочу Феррари. Хочу королевскую синюю Феррари. Договорились. Ты в порядке? Чего ты плачешь? Не знаю. Тебе нужно смеяться и улыбаться. Я не знаю, почему я плачу. Нам нужно поехать домой, и тебе нужно отдохнуть, понятно? Ты можешь упаковать Джастина Бибера? Да, хорошо, я сложу его в пакет для тебя. Хорошо. И брошу Дуэйна сегодня же. Хорошо. Мне что, зубик достали? Что? У меня вырвали зубик. Да. Мне кажется, я чувствую дырочки. Так, не пихай туда язык. Почему я чувствую, что я похожа на Кардашьян? На кого похожа? На Кардашьян. У меня рот. У меня такой большой рот. У меня слезы выскочили. Я даже не знала, что я плачу. Я чувствую вкус крови. Я что, проглотила кровь? Я что, стану вампиром?
хочу быть вампиром! Не бойся, этого не произойдет. Папа, не позволь мне стать вампиром. Ты не станешь, я тебе обещаю. Я умру в одиночестве. Неправда. И все из-за хирурга-вампира. Папа, я ничего не могу проглотить. Перестань говорить. А теперь спокойно. Попытайся проглотить. Нет, ничего. Это сработает. Это не работает. Я хочу глотать. Так, успокойся и попробуй снова. Получилось! Я проглотила, пап, я это сделала. Мой язык похож, как будто змейка вылезает из пещерки. Змейка вылезает из пещерки? Да, малютка такая. У меня кровь идет. Для этого и нужна ватка. Давай засунем ее обратно. Нам нужно новую раздобыть. Нет, я хочу ту же самую. Она была со мной с самого начала. И я останусь с ней. Она не бросила меня, и я не брошу ее. Я абсолютно не против этого. Я засуну его обратно. Как скажешь. Мы через столько с ней прошли. И она все еще со мной. Зашибись, ватка. Ну, честно говоря, как-то мерзковато. Можно я ее достану? Да. Я снова разучилась глотать, пап. У тебя получится. Я справилась. Сама. Без твоей помощи. Я синяя. Ты не синяя. Посмотри на меня. Посмотри на меня. Это одеяло. Я синяя. Все в порядке. Уже все закончилось? Нет, только первая фаза операции началась. Не может быть. Ага. Отец. Че? Люблю тебя. Я тебя. Ты меня видишь? Да. Я тебя вижу? Нет. Почему? Тебе нужно отдохнуть. Это я знаю. Нужно опустить руки, положить голову и вздремнуть. Да. Я прав? Конечно. Это я и хотел услышать. Спокойной ночи. Спокойной. Люблю тебя. И я тебя. Спасибо. Пожалуйста. Привет. Как дела? Веселишься тут? Да, можно и так сказать. Правда? Да. Отлично. Да, черт возьми. Покажи сиськи. Я просто тусуюсь. Эй, помолчи. Я знаю, что я под кайфом. А ну извинись. Простите, мадам. Я не хотел. Папа, вам что-нибудь нужно? Нет, спасибо. По-моему, у меня передоз. Жесть! Я слышу странные вещи. Надо выложить в Snapchat. Пап, здесь только мы? Да. Отлично. Ты не очень себя повел с этой дамой. Я знаю, прости. Мне завтра в школу? Я так не думаю, дружище. Меня отвезут домой? Думаю, да, ближе к утру. Отлично. Здравствуй, Марк. Здрасте. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Я слышала, тебе здесь хорошо. Да, простите за то, что вам сказал. Меня здесь не было. Ты сказал что-то плохое? Да, но я не хотел этого говорить. Просто попросил показать сиськи. Я этого не имел в виду. Это типа инстинкты. Чё-то мне больно. Тебе больно? Конечно нет, я просто под кайфом. Все будет хорошо? У тебя клевая растяжка на ноге. Клевая растяжка? Растяжка! Растяжка, это типа... Папа, ты что, все снимаешь? У этого будет 2000 репостов в Фейсбуке. Я не чувствую лодыжек, с ними все в порядке. Толкайте ногами мои руки. Так, толкаю. Теперь тяните лодыжки к носу. Тяну руки к носу. Руки к носу? Да, лодыжки к носу. Лодыжки к носу? Чё за нах? Зачем мне это нужно, девочка? Простите. Скажите, когда меня отпустит? Что? Когда меня отпустит лекарство? Не знаю, но не скоро. Я такой возбужденный.
Я зайду позже. Люблю тебя! Переведено и озвучено по версии Штиглишти. Ставьте лайки, трезвоньте в колокольчики и пишите только хорошие комментарии, иначе... Так что я на заметку, я в тетрадь вас уже написала в тетрадку. Так что вы у меня на заметке. Все, кто пакости делает, вы у меня на заметке. Я теперь каждый раз буду писать в тетрадке на заметку.